Ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом вступили в силу. Теперь граждане могут покинуть свои дома, получив разрешение. Прежде чем выйти из дома, следует отправить СМС на номер 8103, указав при этом причину своего выхода из дома. Согласно последним статистическим данным, 622 тысяч телефонных номеров было отправлено 1 437 тысяч смс-сообщений на номер 8103. Из них примерно 833 тысячи или 58% были отправлены с несоответствующим содержанием, поэтому они не получили подтверждающего ответа. Если вы хотите воспользоваться услугами, входящими, например, в код 2, куда входит отправиться в магазин, аптеку, банк или на почту, достаточно отправить двойку, серию и номер удостоверения личности для того, чтобы ваше обращение попало в систему. Но самое главное – это дождаться смс-подтверждения. После поступления ответного сообщения от 8103 в течение 2 часов вы можете решить вопросы первой необходимости. Самый распространенный повод для обращения – отправиться в магазин или в аптеку. Граждане отмечают, что ответ на СМС получают достаточно быстро, и у них в распоряжении 2 часа времени. Совершить покупку за это время не составляет труда, поскольку все необходимые продукты всегда в наличии в ближайшем магазине. В Азербайджане нет объективных предпосылок для возникновения дефицита продовольствия. Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской республики разрешает перевозку сельскохозяйственной и продовольственной продукции грузовыми автомобилями. В столице и крупных городах нет проблем с поставками сельскохозяйственной продукции, супермаркетов и других торговых объектов, деятельность которых разрешена в период карантинного режима. Дефицита не наблюдается, ассортимент и качество сельскохозяйственной продукции находятся на прежнем уровне. Чтобы избежать распространения коронавируса, в маркетах страны ежедневно проводят дезинфекцию. Однако стоит помнить и об индивидуальных мерах предосторожности. Каждый посетитель при входе должен продезинфицировать свои руки. Все, у кого есть возможность оставаться дома, пожалуйста, не выходите на улицу. Ведь каждый раз, когда вы выходите на улицу, вы подвергаете опасность свою жизнь, жизнь своих близких и окружающих. Ну а если же вам все же пришлось выйти наружу, то соблюдайте меры безопасности. Как минимум носите защитные маски и перчатки.